Не, я понимаю, я не самый обаятельный и приятный парень на свете, но что-то... Никто. Я тут подумал, что ж я за человек такой. Вроде близких много, и многим я как родной. Бывало и толпой давали что-то вроде клятвы. Куда ни кинь, сплошь друзья, кореша да братья. А тут недавно прямо ехали из Петрозаводска через Питер и Москву, мы на пару с Лёшкой. Питер богат кентами, там даже живет сестра. Но у всех дела раньше.